Сейчас мы вам покажем, Владимир Петрович, но я сейчас хочу вам показать технику нырков под боковой удар. Ну, техника нырков, ну, знаете, кто как учит. Ну, я вам самый простой покажу. Я вот стою в исходном положении, вот, например, мне весь тело немножко на правой ноге, весь тело на правой, левая нога вот, на носочке. Вот, ребята, руки опускаю, смотрите, я как бы, вот видите, делаю перекачку, смотрите, влево, направо, видите, вот, качаюсь. А теперь все то же самое, я дугообразное движение с подседом буду делать. Слева направо дугообразное движение с подседом и дугообразное с другой ноги в другую. Смотрите, вот справа налево. Оп, перекатился. Встал в исходное положение. То же самое, раз, перекатился. Вот. Раз, два. Раз, два. Видите, вот просто-напросто я с ножки на ножку. Раз, перекатился, без тела переношу. Теперь то же самое я делаю с подседом, круговое движение, полукруг. То же самое нужно сделать шагом в сторону, очень хорошее движение. Мы уходим от противника в сторону, мы находимся, делаем защитное движение шагом в сторону. Противник находится сбоку. Сейчас Владимир Петрович мы это вам покажем. Владимир Петрович, встал в исходное положение, я наношу боковой удар. Владимир Петрович просто на месте делает защитное движение нырки влево и вправо. На месте, пока на месте. Вот. А теперь смотрите внимательно. Защитное движение, оно очень такое непростое, как бы оно и легкое, непростое, в каком смысле? Смотрите, Владимир Петрович, ну, сейчас мне нанесет боковой удар, и посмотрите, как его тело не останется. Вот он наносит левый боковой. Вот видите, в каком положении остаюсь. А чтобы вернуться в стоечку, я должен перекатиться. Я обязательно должен что-то сделать. Если я делаю без... Запомните, если вы делаете защитное движение боковой, нырок на месте, то обязательно нужно контратаковать. Обязательно. Вот видите, я остался в неудобном положении. Я должен что-то сделать. Без правой. Вот, видите, я перекатился. Видите, я в неудобном положении. И чтобы выйти с этого неудобного положения, что делать? Я должен что-то сделать. Что-то должен сделать. А вот сейчас был бы как бы я в неудобном положении, потому что я оставался на одной ноге, потом на второй ноге. Я должен был уйти с этого неудобного положения с ударами. Теперь, наоборот, я остаюсь в неудобном положении, потому что Владимир Петрович после защиты движения будет у меня сбоку. Вот. И тут делают любая контратака, я практически его не вижу. То же самое с этой стороны. Вот, ушел. Вот. Очень хорошее движение. Запомните, тут получается пал на пропал. Если Владимир, вот сейчас Владимир Петрович делает на месте защитное движение, на месте делает, то он обязательно должен контратаковать. На месте, вот, обязательно же делает. На месте делает, обязательно. Он должен контратаковать, понимаете, что будет? И то же самое, если он делает исходное положение, нет, шагом в сторону, все, я его потерял. Откуда удары прилетят? С другой стороны. Все, я его потерял. Ну, защитные движения, нырки на месте и шагом в сторону.